Еще на Чебачинском вокзале Антон спросил у тети Тани, отчего дед все время пишет о каких-то наследственных вопросах? Почему он просто не завещает все нашей бабе? Тетя Таня объяснила, с тех пор, как деду ампутировали ногу, мать подалась. Никак не могла запомнить, что деду не нужно приносить два валенка, и всякий раз принималась искать второй. А в последнее время повредилась совсем. Никого не узнает, ни детей, ни внуков. Но ее мерси боку всегда при ней, с непонятным раздражением сказала тетка. Сам увидишь. Поезд сильно опоздал, и когда Антон вошел, обед уже был в разгаре. Дед лежал у себя, туда предполагался отдельный визит. Бабка сидела на своем плетеном диванчике а-ля Луи Каторс, том самом, который вывезли из Вильны, когда бежали от немцев еще в ту германскую. Сидела необычайно прямо, как из всех женщин мира сидят только выпускницы институтов благородных девиц. «Добрый день, бонжур», — ласково сказала бабка и царственным движением протянула руку с полуопущенной кистью. Нечто подобное Антон видел у Гоголевой в роли королевы. «Как вояж? Пожалуйста, позаботьтесь о приборе гостю». Антон сел, не сводя глаз с бабки. На столе возле нее, как раньше, на специальных зубчатых колесиках, соединенных блестящей осью, располагался столовый прибор из 9 предметов. Кроме обычных вилки и ножа, специальные для рыбы, особый нож для фруктов, для чего-то еще крохотный кривой таганчик, двузубая вилка и нечто среднее между чайной ложкой и лопаточкой, напоминающее миниатюрную совковую лопату. Владеть этими предметами Ольга Петровна пыталась приучить сначала своих детей, потом внуков, затем правнуков. Однако ни с кем в том не преуспела, хотя применяла при наставлениях очень увлекательную, считалось, игру в вопросы и ответы. Название, впрочем, не совсем точное, потому что всегда и спрашивала, и отвечала она сама. В чем сходство между дыней и рыбой? Ни ту, ни другую нельзя есть с помощью ножа. Дыню только десертной ложкой. А какую рыбу можно есть с ножом? Только маринованную селедку. Что можно есть руками? Раков и омаров. Рябчика, куру, утку только с использованием ножа и вилки. Пользовалась бабка всегда всеми 9 предметами. Впрочем, и обычными она действовала с непостижимым искусством. Небрежными, почти незаметными движениями, намотанные на ее вилку тонкие макароны, напоминали обмотку трансформаторной катушки. Кроме столово-приборных, были у нее и другие вещи специального назначения. Например, трубчатые щипцы с ручками из слоновой кости для растяжки бальных перчаток. В действии их Антону увидеть не пришлось. «Кушайте». «Салфетное кольцо не пусто?» Антон освободил салфетку. Он хорошо помнил, как бабка осуждала дом какого-то вице-губернатора, где горничная была грязнуля. Ножи и вилки мельхиоровые, а салфетки без колец. И ставили их на стол колпаками, как в ресторане. Впрочем, и гости были не лучше. Затыкали салфетки за воротник. Вице-губернатор был из выскочек, из тех, что появились после самой первой революции. Вообще мерзавец. Без молитвы мимо не пройдешь. Вот виленский губернатор Николай Алексеевич Любимов был достойный человек, хорошего рода. Только сын у него получился неудачный, была какая-то неприятная история с гранатовым браслетом. Про это даже что-то напечатал один известный писатель. Обед был превосходным. Бабка и ее дочери были кулинарками высокого класса. Когда еще в Вильне, в конце 900-х, отец бабки Петр Сигизмундович Наладь-Стулский-Складовский проиграл в карты в дворянском собрании свое имение, семья переехала в город и впала в бедность. Мать открыла семейные обеды. Обедам полагалось быть хорошими. Пенсионеры, молодые холостяки, адвокаты, педагоги, чиновники. Это же все были приличные люди. Дед, окончив Вильнскую духовную семинарию, ожидал места. Увидев в Вильнском вестике объявление, пришел в тот же день. Его оставили обедать. Бесплатно, разумеется. Все в первый раз у прабабки обедали гратис. Не может же приличный господин покупать кота в мешке. Матери помогала 17-летняя Оля, только что выпущенная из Института благородных девиц и успешно овладевавшая поварским искусством. И Оля, и обеду деду настолько понравились, что он обедал целый год, пока не сделал предложение. Над бабкиным на консоме, деваляй, уткой на канапе, соусом лас-убис в Чебачинске посмеивались.
Отец любил вернуть, что в национале котлеты мягче. Будут мягче, когда половина хлеба. И Антон ждал, что уж в Москве, но теперь, побывав и в других столицах, он говорил, лучше, чем у бабки, не едал нигде и никогда. Дочерей бабка тоже выучила готовить. Под вторую перемену блюд бабка всегда начинала светскую беседу. Кажется, сегодня прекрасная погода. Передайте, пожалуйста, соль. Благодарствуйте, вы так добры. Знаменитые вилочки так и мелькали в ее пальцах. Не глядя, она возвращала каждую точно на свое колесико. Протянув руку, она машинально вынула из пальцев Антона кусок хлеба и положила на мелкую тарелку, до этого непонятно пустовавшую слева. Хлеб полагалось не откусывать от целого ломтя, а отламывать маленькими кусочками. За чаем Антон поймал себя на том, что, твердо помня, торт надо есть, держа ложечку в левой руке. Он совершенно забыл, в какую сторону должна глядеть ручка чашки перед чаепитием, а в какую — в его процессе. Помнил только, что бабка придавала этому большое значение. Кто-то из обедавших, размешивая сахар, звякнул ложкой. Ольга Петровна вздрогнула, как от боли. Обед окончился. Тамара помогла бабе встать. Ольга Петровна удивленно на нее посмотрела, но, наклонив голову, сказала: «Спасибо, добрая бабушка, что вы мне помогаете. Вы так милы». Мир для бабки был в густом тумане. Все сместилось и ушло. Память, мысль, чувства. Незатронутым осталось одно — ее дворянское воспитание. Своим дворянством бабка не кичилась. Это было в 40-е годы, естественно. Но его и не скрывало, что в те же 40-е было, естественно, гораздо менее. При случае спокойно подчеркивая социальную дистанцию. Например, когда слышала, что некто, поранив руку, залепил рану пыльной паутиной из углу сарая, получил заражение крови и умер. Что с них возьмешь? Простонародье. Но ее жизнь от жизни этого простонародья отличалась мало. Или была даже тяжелее. В грязи она возилась больше, потому что не просто стирала белье на 11 человек, а находила в себе силы его еще отбеливать и крахмалить. После этого она целый день висела в палисаднике, полощась на ветру или колом застывая на морозе. Накрахмаленное белье на морозе не сушилось. При низкой температуре, объясняла мама Хиле, крахмал превращается в сахар, и оно становится липким. Скатерти, полотенца, простыни, наволочки пахли ветром и яблоневым цветом, или снегом и морозным солнцем. Белья такой живой свежести Антон не видел потом ни в профессорских домах в Америке, ни в пятизвездном отеле Баден-Бадена. Полы она мыла не раз в неделю, а через день. В своей комнате не давала красить. Тамара скребла их ножом. Не существовало большего наслаждения, чем пройтись летом босиком по только что выскобленному, высохшему полу, особенно по тем местам, где лежали желтые, теплые, солнечные пятна. Одеяло она вытряхивала ежедневно во дворе. Это надо было делать вдвоем. Бабка безжалостно отрывала всякого, кто скучался дома от его занятий. Между пушечными клопками одеяла она говорила: «Вчера вытряхивали, а видишь, сколько пыли. Представь себе, что делается в городских одеялах, которые не вытряхивают годами». Ножками бабка иногда беседовала специально на тему светского этикета. Имела ли девушка свою визитную карточку? Не имела. Она приписывала свое имя на карточке матери. Молодой человек, понятно, обладал карточкой с раннего возраста. С карточками вообще было сложно. Не застав хозяев дома, оставляли карточку, сильно загнутую с левой стороны кверху. Приглядите последствия смерти или сороковин, оставленную карточку полагалось загибать с правого бока вниз. Перед войной этот сгиб стали надрывать. Бабка возмущенно поднимала голову и брови. Но это уже декаденство. «Баба», — спрашивал Антон студенту, «а почему во всей русской литературе ничего про это нет?
про это загибание справа, слева, вниз. А ты бы хотел, чтобы вам это объяснял ваш босяк? Вмешивался дед, не упускавший случая вставить перо пролетарскому писателю. Застряли в голове и другие бабкины высказывания, видимо, из-за некоторой их неожиданности. Как всякий князь, он знал токарное дело. Или, как все настоящие аристократы, он любил простую пищу. Щи, гречневую кашу. Поскольку было ясно, что рано или поздно все должны попасть в лагерь или ссылку, живо обсуждался вопрос, кто лучше переносит. Племянник графа Стенбок-Фермора, отрубивший 10 лет лагеря строгого режима, на Балхаше считал: белая кость. Казалось бы, простонародью, он был второй человек, употреблявший это слово, тяжелый труд привычный, а нет, месяц-другой на общих и доходяга. А наш брат держится. Сразу можно узнать из кадетов или плотский, да даже из правоведов. Помещики были самые сильные, интересовался Антон. Бабка на секунду задумывалась. Пожалуй, попы. Посмотри на своего деда, а его братья. Да что они? Ты б видел своего прадеда, отца льва, богатырь. Богатыри, не вы, подумал Антон. Дед привез меня в Мураванку, их имение, в Синокос. Отец лев наверху стога. Видел, как вершат стога? Один вверху, а снизу подают трое-четверо. Не успел, устал, завалят, навильники у всех привычные. Но отца льва было не завалить, хоть полдюжины под стог ставь. Еще и покрикивает: давай, давай. После таких разговоров перед сном подходила бормотать стихи. Села барыня в рандо и надела ротандо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я надеюсь, всем меня слышно. Мы начинаем работать, и я прошу включить звук всем, потому что мы сейчас с вами будем общаться. Меня зовут Сергей Владимирович Буланов. Я руководитель Центра современных образовательных технологий, кандидат педагогических наук. Центр наш занимается поддержкой проектов, внедряющих современные технологии в практику обучения. Мы достаточно давно работаем с Министерством просвещения Российской Федерации в разных его вариациях и названиях в рамках федеральной целевой программы «Русский язык». А русским языком мы занимаемся преимущественно русским языком в условиях обучением русскому языку в условиях многоязычия. О тех проектах, которые мы делаем и которые мы планируем делать и в которые хотим пригласить вас, сегодня я и буду говорить. А начал я вот эту вот, занял организационную паузу, пока все подключались, фрагментом совместного чтения романа Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Это то, что мы сейчас делаем вместе с артистами, писателями, мы каждую субботу, и детьми из разных городов. Каждую субботу мы собираемся в 2 часа дня и записываем какой-то кусочек романа. А зачем мы это делаем? Я буду подробнее об этом говорить, но как бы для того, чтобы было понятно, что значит внедрять современные технологии в практику обучения русскому языку. Вот в советской школе была традиция семейного чтения, чтения вслух. Эта традиция по каким-то естественным причинам сейчас уходит. Когда уходит хорошая традиция, на ее смену должно приходить что-то не менее хорошее. Вот мы предложили детям почитать в Zoom
какие-то произведения. Во время карантина им они читали у нас «Алые паруса», а сейчас в качестве вот такой активности мы стали вместе с артистами и читателями читать роман Чудакова, а в это воскресенье будем еще читать эссе Татьяны Толстой «Переводные картинки» вместе с Ефимом Шуриным, Анной Ардовой и Дмитрием Воденниковым, королем поэтов. Это очень важно, потому что помимо очень важных именно практик совместного чтения, ведь для понимания текста важно еще его и проговаривание, именно прочтение его вслух. Поэтому вот как бы вслед уходящим традициям, да, мы пытаемся сформировать некий новый педагогический ландшафт, о котором мы тоже будем говорить. Но прежде чем говорить о наших проектах, давайте все-таки уточним, вот что значит русский язык в условиях многоязычия. Готовясь к круглым столам, вот в этот вот сложный период, когда все общались онлайн, я спросил педагогов в социальной сети, вот в основном как бы мы работаем с регионами, которые не принято называть билингвальными. Как раз это в основном европейская часть России, это те районы, которые традиционно были совершенно русскими. Но сегодня мы должны понимать, что, наверное, у нас нет. Вот, коллеги, вы включите звук, и мы сейчас все слышим. Ваши разговоры, ваши переговоры и все ваши отвлечения. Поэтому я прошу вот на данном этапе просто тишину держать. Итак, я спросил педагогов, а что, собственно говоря, делает учитель русского языка и литературы для формирования межкультурной компетенции? Потому что, когда мы говорим о обучении в условиях многоязычия, мы, конечно же, прежде всего говорим о межкультурной компетенции. Вот. И что получается? Посмотрите, у нас сегодня, наверное, нету ни одного класса, где бы не было билингва. Одного билингва, двух. Мы не говорим о том, что полкласса у нас мигранты. Но у нас всегда есть вхождение билингвов в класс. Сегодня это таково естественное, это совершенно естественный процесс. Мы должны понимать, что даже если в класс пришел один билингв, это уже ситуация многоязычия. С этим уже нужно что-то делать. Что же делают учителя? Вот как бы здесь некие такие комментарии учителей. 90% русских, я думаю, что это такая характерная и для вас тоже этнолингвистическая ситуация. Для развития межкультурной компетенции был проведен большой праздник, традиции народа, национальные игры, приготовили блюда национальной кухни, песни, танцы. Еще одно интересное, вот здесь я закрыл этими стыдными красными смайликами, ну, понятно, чтобы убрать некие идентификаторы для того, чтобы... Потому что ситуация, на самом деле, очень такая типичная, да, здесь не имеет смысла показывать, кто это и откуда. Чтобы развить чувство уважения, понимания другой культуры, много проводится, уделяется внимание внеурочной деятельности, тематические классные часы, праздники, конкурсы и так далее. Вот я задаю конкретный вопрос, вот если вы видите вот в правом столбике, о том, что тематические классные часы, праздники, это все здорово. И здорово даже то, что все вспомнили, что изучают литературу народов России на уроках литературы. Но переводную
литературу. На русском языке мы ее изучаем. И поэтому, конечно, трансляция неких культурных кодов, она, конечно же, там идет, но нельзя говорить о том, что мы изучаем так пристально культуры народов России. И мы же говорим о конкретных каких-то ситуациях, связанных с межкультурной компетенцией. И вот конкретную ситуацию я предлагаю вам тоже рассмотреть. Вот у вас класс, и в класс приходит мальчик-армянин. В беседах со сверстниками, которые иногда путают, например, мужской и женский род. Я хочу сесть за парту с этим хорошей девочкой. Вот что должен сделать учитель в этой ситуации? И с кем учитель в этой ситуации должен работать? Что он должен предложить мальчику, что он должен предложить всему классу. Пожалуйста, на ваш взгляд, как вот эту ситуацию здесь можно все риски, избежать всех рисков. Я прошу включить микрофоны учителям и не выключать их. Коллеги, включите, пожалуйста, микрофоны. Итак, коллеги, я не слышу сейчас, кто говорит. Еще разочек, пожалуйста. Вот ситуация. В класс пришел ребенок билинг, конкретно армянин, путает мужской и женский род. Поведение учителя. Что учитель должен сделать в этой ситуации? Так, девочки, у вас 60 человек, кому-то придется начать. А вот я вижу девушку, которая вообще отключила звук. Вот мы сейчас с вас и начнем. Так, давайте. Вот что вы можете предложить в этой ситуации? Коллеги, я прошу кому-то начать, но погромче в микрофон. Так, коллеги, я не понимаю, что происходит. Поэтому я прошу вас, у вас внизу есть чат. Я прошу написать в чат, кто хочет выступить, и мы вызовем на... Так, коллеги, я сейчас слышу про больничные, про какие-то деньги. Да. Но я, к сожалению, не слышу про конкретную этнолингвистическую ситуацию. Давайте мы сделаем таким образом. Мы никаких сертификатов за участие в круглом столе не даем. Решайте вопросы с больничными, отключайтесь. А те, кто здесь остался, я прошу разговаривать со мной. Я буду говорить в том числе и про онлайн-обучение в дальнейшем. И если нет обратной связи, то трансляции говорящих голов в интернете — это совершенно не педагогично и бессмысленно. Поэтому я прошу поучаствовать в обсуждении. Добрый день. Меня слышно? Да. Зайцман Ирина Наумовна, Новосибирский педагогический университет. Я бы, как учитель русского языка, спросила детей, а какими особенностями армянского языка могут быть обусловлены такие ошибки, чтобы они высказали свои гипотезы, некая проблемная ситуация.
а потом обратилась к этому мальчику как к эксперту, чтобы он прокомментировал, есть ли категория рода, в чем сложность для него, потому что в данном примере, конечно, категория рода обусловлена семантически, но в основном русский род формальный. И тогда бы дети поняли и причины ошибок, и были бы готовы, мне кажется, помогать однокласснику. Ну и еще один момент, когда вы, как учитель, говорите, что вы, допустим, там армянского или азербайджанского или другого какого-то языка не знаете, и если бы я говорила на этом языке и начинала его изучать, то у меня бы было такое количество ошибок. Наверное, и у вас, ребята, тоже. Посмотрите, как хорошо вот этот, ну, с названием по имени, ребенок осваивает русский язык. Мне кажется, что ну, на начальном этапе этого достаточно было бы. Спасибо вам огромное. Огромное удовольствие слышать сразу в этом ключе, потому что мы, когда начинаем обсуждать эти вопросы с учителями, мы прежде всего, конечно же, в качестве рекомендаций я обычно слышу, что учитель предлагает, ну, худший вариант, когда это отвести ребенка к коррекционному педагогу, к логопеду, да, а в основном предлагают индивидуальные консультации для ребенка, коррекция, то есть когда ребенок говорит правильно, поправляют, да, и понимая то, что, собственно говоря, в развитии культурной компетенции нуждается не только этот ребенок в данной ситуации, а весь класс. И главная задача учителя здесь не исправить все ошибки, которые вот перечислены в левом столбике, а не допустить сочинение вот таких анекдотов, которые вот я откуда-то вырезал и вставил в правую часть вот этого слайда. Ведь действительно важно сформировать понимание у всего класса того, что ребенок делает ошибки не потому, что он испытывает интеллектуальные затруднения, не потому, что ребенок глупый, а потому, что он носитель иной языковой системы. Иная языковая система, построенная по другим правилам. И, конечно же, здесь самое логичное, самое интересное и самое, может быть, перспективное с точки зрения решения педагогических задач – это какая-то проектная деятельность. Да, сравнить языки, используя таблицы, привлекая этого ребенка в качестве экспертов. Все то, о чем вы сейчас, собственно, и говорили. А на формирование межкультурной компетенции и направлены те проекты, которые мы делаем. Именно на как раз создание ситуации, в межкультурная компетенция – это готовность к коммуникации с представителями иной культуры и национальности. Это компетенция, которая фактически сегодня в школе не формируется, но ценность ее, она возрастает у нас на глазах, мы это все видим. И это не просто рассказать о традициях других народов. Это прежде всего возможность увидеть собственную культуру, собственными традициями, глазами представителей другой культуры. Вот здесь такой характерный пример со сказкой «Морозко». Да, вы, наверное, тоже его знаете. Да, он такой очень характерный, его хорошо обсуждают с детьми. Сказка «Морозко» с прекрасной Анной Чуриковой.
фильм, который не воспринимается, например, в европейских странах, потому что совершенно непонятна мораль сказки. Была вознаграждена обманщица и наказана честная девочка, потому что тепло ли тебе, девица, тепло морозушка, хорошая девушка морозка обманула. А вот то, что в русской традиции воспринимается как кроткость, да, то есть почему для нас это положительная героиня, вдруг оказалось для представителя другой культуры просто обманщицей. И мы всегда будем сталкиваться, сравнивая традиции разных стран, вот с такими ситуациями непонимания. Чем больше мы таких кейсов будем предлагать, тем больше мы будем, собственно говоря, понимать вообще все многообразие и некие такие стереотипные моменты отношения к иным культурам, они будут у нас снижать свое негативное воздействие. Что мы делаем? Ну, прежде всего, буквально вот два слайда расскажу о тех проектах, которые мы реализовали. У нас был опыт реализации проекта для школьников, который назывался «Россия онлайн». Это страновический проект. Вместе с детьми мы сделали онлайн-карту, Google-карту, на которую дети нанесли свои любимые места, там, где они живут. Вообще проект родился из такой важной задачи создания лингвостроновического практикума. Он тоже назывался «Россия онлайн». И когда мы готовили практикум, посмотрели все, что есть по лингвостроноведению, мы увидели совершенно такое стереотипное представление о России. Да, практикум готовился для русских школ за рубежом. Мы увидели стереотипное представление о России, матрешки, балалайки, как бы это было не смешно, Красная площадь, Арбат, Эрмитаж и Суздаль, и вот на этом мы все представление о России и завершили. И мы предложили детям своими словами рассказать, описать, выложить видео, фотографии, те места, которые не которые им нравятся, а которые вовлечены в их культуру повседневности. И мы получили прекрасный ресурс, он существует, это онлайн-карта, где дети, потом они создавали виртуальные экскурсии по тем объектам, о которых они рассказывали. И это действительно очень здорово и живое. Это не памятники Ленину и не какие-то титульные объекты в городе, которые обычно показывают иностранцам. Это те места, то есть мы детям предложили, посыл был такой, представьте, что прошло 50 лет, вы открываете эту карту, что бы вы там хотели увидеть, что бы вы хотели вспомнить, постарайтесь вот то тепло мест, о которых вы будете рассказывать, вот зафиксировать, для того, чтобы можно было его транслировать дальше. У нас победила прекрасная команда из Балашова, которые рассказывали, ребята рассказывали о городском парке, о самой вкусной шаурме в Балашове, о том, что они ходят кормить щенков, там ощенилась собака. И в этом, в их экскурсии и географических объектах нанесенных было столько тепла и любви, что, безусловно, это было представлено не хуже, чем Арбат или Красная площадь, потому что мы-то живем в разных ситуациях, страна огромная, и любить можно все, и получать удовольствие можно от всего, что тебя окружает. Вот возможность увидеть эту красоту и рассказать о ней, и показать ее, и увидеть красоту того места, вот, где ваш визави, вот это очень важно, мне кажется. В проекте у нас приняли участие более 1000 школьников из 35 регионов России. В прошлом году у нас был проект, который назывался «Региональные особенности русской речи».
около школьники из примерно 50 регионов России изучали, анализировали речь сверстников и изучали регионалекты. Ту региональную лексику, которая сегодня вовлечена в активную речь и которую не знают в других регионах. Казалось бы, это не, конечно же, для нашей страны считается, диалектная речь считается стыдной, да, мы же все стараемся говорить по-московски, вот, а тем не менее, дети вдруг увидели все богатство региональной лексики, удивленные кировские дети вдруг поняли, что никто не знает слова «баска», они выяснили вдруг, что, скажем так, перемещаясь через уральский хребет, люди перестают фоткать и начинают фотать, и то, что мультифоры бывают и мужского, и женского рода, это было совершенно замечательное исследование, в рамках которого мы описали с детьми около 3000 региональных слов. Вот помимо ценности, собственно говоря, лингвистической, потому что у ребят были кураторы из РГГУ, из Высшей школы экономики, и это было действительно серьезно организованное исследование, самое главное то, что мы показали детям, ну, во-первых, многообразие языка, разнообразие. И самое главное, наверное, мы показали язык как объект изучения. Он же у нас такой школьный курс русского языка, он предполагает такой совершенно нормативный, да, вот язык как скрепы. А его же гораздо интересней не оценивать с позиции правильно, неправильно, а особенно в подростковом возрасте, а исследовать, а почему так, а почему происходят какие-то изменения, а почему происходит что-то новое, а почему вдруг все стали ругаться из-за феминитивов, почему стало раздражать, откуда взялись эти авторки и редакторки. Вот, язык интересно, за ним интересно следить. Именно поэтому в этом году мы запускаем новый проект, который будет называться «Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся в области русского языка. Русская речь». Это проект Министерства просвещения Российской Федерации и нашей некоммерческой организации. Проект двухлетний. Это не в чистом виде конкурс, нет. Это скорее такой большой исследовательский проект, продолжение, возможно, региональных особенностей русской речи, с той разницей, что тема у нас сейчас не одна, а их будет много. Логика проекта предусматривает проведение онлайн-лекций для школьных команд этой осенью, для того, чтобы каждая команда сформировала для себя некое такое исследовательское поле, то, чем они хотели бы заняться. Затем мы предполагаем, что в течение 2020-2021 учебного года учащиеся будут проводить исследования под научным руководством кураторов, которые читали для них онлайн-лекции. В следующей осенью мы всех участников проекта хотим собрать в Санкт-Петербурге для того, чтобы мы могли увидеть результаты этих исследований и для того, чтобы мы сформировали сообщество школьников, увлеченных изучением русского языка. Нам кажется, что эта задача очень такая важная. Что мы будем исследовать? Сейчас мы уже подготовили для школьников около 40 лекций. Это лекции о, прежде всего, конечно же, о русском языке в интернете и обо всем, что происходит. Ведь современное состояние языка, оно характеризуется таким очень интересным пограничным состоянием. У нас возник письменный вариант устной речи. То, чего не было никогда раньше. То, что обычно пугает до тех пор, пока мы не начинаем пытаться это изучить.
Посмотрите, у нас сейчас есть письменная речь, русская речь, которая подчиняется правилам русского языка. И есть устная речь, которую мы перенесли в мессенджеры, в социальные сети. И там мы общаемся, повинуясь прежде всего не правилам русского языка, а правилам коммуникации. Мы научились кричать текстом, когда мы пишем заглавными буквами. Мы научились по-другому интонировать, потому мы ставим точки не после каждого предложения, а выделяем интонациями, да, какими-то запятыми, либо какими-то знаками, либо смайликами и эмодзи, когда это требует именно вот устная речь. У нас изменилось отношение к знакам препинания. Посмотрите, если мы с вами после этого круглого стола будем общаться в социальной сети, и я напишу, например, вам спасибо и поставлю точку, вы поймете, что разговор окончен, и его продолжать не нужно, я не хочу этого. А вот если я напишу спасибо и поставлю скобочку, вы поймете, что вы мне очень симпатичны, и я хочу с вами дружить. Посмотрите, мы в переписке перестали использовать точки, потому что у нее изменилось значение. Меняется все. Даже в деловой переписке мы какое-то время назад говорили, ну да, хорошо, в какой-то коммуникации смайлики возможны, но в письме в электронном это вообще недопустимо, потому что это официальный стиль. Сегодня мы вдруг... То есть это осознание приходит интуитивно. Сегодня мы вдруг понимаем, что если нету смайлика, если нет эмодзи в электронном письме, то оно нам кажется очень холодным и не способствует дальнейшей коммуникации. Когда там нет улыбки, даже такой совершенно вот формализованный, для нас это письмо уже кажется не способом коммуникации. Это все интересно наблюдать. Для нас еще важно разделить эти стили речи для того, чтобы школьники не путали, когда они пишут сочинение и не могут использовать устный вариант, письменный вариант устной речи. Для того, чтобы они понимали и умели переключать эти регистры. Вот именно такими исследованиями и многими другими, конечно же, мы будем продолжать и региональные особенности, и топонимы в этом году, но вот именно такие исследования, которые могут заинтересовать детей, то, что они сегодня слышат вокруг, и то, что можно проанализировать, вот такие исследования мы предлагаем сделать со школьными командами. В школьные команды могут войти учащиеся основной школы, учитель, родители. Это здорово, когда она получается такой мультивозрастной, и всегда получается гораздо интереснее само исследование. Мы уже начали регистрацию на конкурс, поэтому я вас приглашаю к участию в после проведения круглого стола. Я сделаю рассылку всем вам и ссылочки на все регистрационные анкеты, на все ресурсы, которые я буду показывать, я пришлю. Моя задача сегодня не просто рассказать, а как бы заложить такую основу для сотрудничества. Поэтому вот этот конкурс я, конечно же, его в первую очередь рекомендую. Второй проект, который мы делаем в этом году, это проект для педагогов, это комплекс мероприятий. Он большой, там много разных образовательных событий, но прежде всего следует сказать, конечно же, о лектории, онлайн-лектории о современном состоянии языков народов России, языковой конвергенции, интерференции, региональных вариантов русского языка. Это то, что учителя не изучали в университете, потому что это происходит прямо сейчас, но то, что, на мой взгляд, невозможно не изучать, вот приходя на урок в школу. Все, что мы могли здесь сделать, это пригласить самых крутых лекторов, популяризаторов науки, тех, кто активно занимается просветительской деятельностью. Это Александр Чедович Пиперский,
погуглите, он очень много выступает, очень хорошо выступает, его очень много на YouTube. Он у нас читает потрясающие лекции по корпусным исследованиям русского языка и по работе с национальным корпусом русского языка. Это тоже такая важная миссия, потому что национальный корпус русского языка один из лучших, из интереснейших корпусов языковых мира. К сожалению, национальный корпус русского языка практически не используется в образовании. Мы о нем не знаем, он воспринимается как словарь иногда, и вот все те возможности национального корпуса, которые есть, они очень часто оказываются совершенно непонятными. Александр Чедович читает еще про русские ударения. Очень рекомендую его лекции. Часть лекций мы уже выложили на канале YouTube, ссылку на которую, опять же, я вам пришлю. Иомдин Борис Леонидович, который очень часто выступает на канале «Культура», «Культура повседневности», если я не ошибаюсь, называется передача, он читает лекции про активный словарь русского языка, еще несколько лекций. Валерий Анатольевич Ефремов из Санкт-Петербурга с потрясающими лекциями про изменения в русской речи под влиянием интернета, про сленг, про заимствования. Игорь Игоревич Исаев, потрясающий диалектолог и директор Института лингвистики из РГГУ. Антон Сомин, Ирина Фуфаева, выпустившие потрясающую книжку сейчас, которая называется «Откуда берутся женщины?» Как называются женщины? Прошу прощения. Сейчас, минуточку. «Откуда берутся женщины?» Вы знаете? А вот как они называются? Вот, вот даже она у меня есть, настольная книга. И еще у нее очень интересные работы по диминутивам, уменьшительно-ласкательным словам, которые тоже вдруг сейчас все всколыхнулись. Да что такое, что за супчики? А откуда это берется? Почему? Как это конструируется? Это очень интересно. Я вас приглашаю на эти лекции. Это будет потрясающе, я уверен. Второй лекторий, который мы делаем, он, конечно же, как и должно быть, по методике обучения русскому языку в условиях многоязычия. На мой взгляд, конечно же, похвастаться здесь нам особенно нечем. Нам это имеется в виду вот такому профессиональному российскому сообществу педагогов. Потому что мы занимаемся билингвами плохо. Мы более-менее понимаем про русский как родной, мы более-менее понимаем про русский как иностранный, мы плохо все понимаем про русский как второй родной, как неродной. Поэтому, готовя лекции, мы сделали больше, может быть, акцент на зарубежный опыт. Мы позвали Анатолия Леонидовича Бердичевского, доктора педагогических наук из Австрии, почетного гражданина Австрии, Марину Леонидовну Низник, доктора филологических наук из Израиля, Екатерину Кудрявцеву из Германии, для того, чтобы они поделились опытом обучения русскому языку в билингвальной среде. Мы уже выложены лекции Анатолия Леонидовича Бердичевского. Более того, Анатолий Леонидович вместе с учителями русского языка из Саратовской области, Кирова, Тамбова, ох-ох, и забыл еще откуда, сформировался творческий коллектив, и они готовят уже вот как бы в продолжении лекций методические и учебные материалы по межкультурной коммуникации для основной школы. Это то, что я буду в дальнейшем говорить.
Марина Низник прочитала уже одну лекцию, потрясающую, буквально на прошлой неделе, а 5 сентября я вас приглашаю на лекцию в Зуме «Правда и мифы о билингвизме». Ссылка на регистрацию будет, опять же, вам отправлена после круглого стола. Я действительно рекомендую посетить ее лекцию, потому что это очень интересно. И вообще, когда мы говорим об обучении билингвов, о билингвизме, конечно, начинать знакомиться с теорией билингвизма нужно с зарубежного опыта, потому что он богатый, и потому что мы его совершенно не знаем, и потому что знакомиться с ним нужно, по большому счету, на английском языке. Вот, все, что мы как бы можем здесь вот каким-то образом его транслировать, мы делаем. Но отечественные разработки, при всем уважении к школе Выгодского, там, да, они, конечно же, имеют сегодня уже во многом историческое значение. Что еще в рамках этого проекта мы придумали? Совместное чтение в онлайне. То, что я вам показал в самом начале. Сейчас мы это делаем как некий такую, скажем так, как некую промо-акцию для того, чтобы показать, как это может работать. Поэтому мы пригласили артистов, поэтому мы пригласили писателей и поэтов. Конечно же, когда мы будем разговаривать с учителями, мы будем говорить о методике, а как организовать совместное чтение. А как так получается, что дети, которые не хотят читать, то, что задано на лето, вдруг в Зуме начинают активно в этом участвовать. Они начинают читать. Они начинают обсуждать эти произведения. Когда мы начали читать Чудакова, у нас не было задачи его обсуждать. И первое, с чем я столкнулся, то, что дети были обижены, то, что им не дали возможность обсудить те фрагменты, которые они читают. Понимаете, это все возникает неожиданно, и вот эти те новые коммуникационные возможности, которые дает нам возможность онлайн-общения, они создают совершенно новый педагогический ландшафт, и этим, ну, нельзя не восхищаться. Что мы делаем? Мы даем возможность детям дружить не только по географическому признаку, но и по интеллектуальному, по интересам. Объединяться по интересам, и это здорово, и, конечно же, такие проекты вызывают живой интерес у детей. К совместному чтению можно подключиться. Мы читаем сейчас каждую субботу Чудакова, дочитываем уже, а в сентябре мы начнем вот уже здесь такую работу с учителями и уже подумаем, что будем читать еще. Вот, присоединяйтесь. Далее, мы подготовили методические, учебно-методические учебные материалы по обучению русскому языку и языкам народов России в условиях многоязычия. Но сначала про печеньки, а потом про сами материалы. Мы приглашаем учителей принять участие в апробации. Ссылочка на регистрацию в качестве апробационной площадки для школы, она тоже будет вам отправлена. Мы предусматриваем повышение квалификации учителей, участвующих в апробации, поэтому если у вас там подходит срок аттестации, приходите к нам учиться, потому что это будет интересно. Мы предполагаем разработку программы апробации для каждой школы и передачу комплектов апробационных материалов. А что вообще апробировать здесь можно? Ну, во-первых, это учебные материалы по развитию межкультурной компетенции, подготовленные творческим коллективом под руководством Бердичевского. Материалы в таком сыром виде будут готовы уже вот буквально вот к сентябрю. С ними нужно дальше работать, смотреть, как их можно использовать в учебном процессе. Методические материалы по организации совместного чтения с использованием онлайн-технологии. Ирина Владимировна Шалыгина будет работать с учителями как раз по продвижению и по
скажем так, формировании вот такой целостной методики совместного чтения. Кроме того, мы подготовили серию методических кейсов по формированию готовности переносить знания о языке на межкультурные, исторические контексты, используя для моделирования поведения межкультурной ситуации. Вот несколько кейсов я вам выписал название, чтобы вы понимали, о чем это может быть. Почему «Семья не семья»? Иммерсивный лингвистический спектакль, построенный на сюжете мультфильма «Следствие ведут колобки», если вы его помните. Вообще, наивная этимология — это безумно интересное поле. Потоптались в наивной этимологии все, в том числе и педагоги, и да, вот то, что семья — это семья, это сейчас очень такое популярное заблуждение. Это будет интересно, это будет хорошее исследование с хорошо прописанными ролями. Этот кейс, он готовый, мы его даже попробовали немножко реализовать в школе перед карантином. Все, что успели вот сделать, вот где-то там в марте, мы попробовали. Дорогая царица, очень рад познакомиться. Исторический квест в мир феминитивов в русском языке. Феминитивы. То, с чем дети сегодня сталкиваются, то, что они включают в свою речь. Интереснейшие два кейса у нас есть по феминитивам. Они действительно занимательные, как в какие исторические эпохи, за счет каких суффиксов, почему образовывались феминитивы, почему сейчас вдруг это стало актуально, а в советский период феминитивы как таковых не было. Да? У вас же написан учитель в дипломе, там, да? Как к этому относиться. Диминутивы. Путешествие с Гулливером за диминутивчиками. Уменьшительно-ласкательные слова в русском языке. Почему вязники не вязники и лингвистический хакатон. Как один человек придумал словарь на выворот, медленное чтение с Национальным корпусом русского языка. Про заимствование Шишковым на дружеской ноге. Интереснейшие, на мой взгляд, кейсы, которые мы вам дадим для того, чтобы попробовать в учебном процессе. Кейсы написаны, они действительно интересные, но пока мы их не попробовали, не отработали на большой аудитории детской, конечно же, нельзя их публиковать, потому что они нуждаются в широкой апробации. Поэтому я вас приглашаю к апробации и прошу вас здесь нам помочь с апробацией. А мы вам обещаем, что это будет интересно, что это будет важно, что это будет статусно, и то, что сделано за это, ну, по крайней мере, совершенно не стыдно. Получаются достаточно интересные материалы, которых аналогов которых очень-очень мало. Вот, собственно говоря, эти направления, которые мы сейчас запускаем в сентябре, и в которых мы ищем здесь партнеров, с кем мы можем поработать. Я приглашаю вас к сотрудничеству и в рамках проекта для школьников «Русская речь», и в рамках направлений работы с педагогами и лекторией, и апробации учебных и методических материалов. Я надеюсь, что мы с вами выстроим некое такое взаимодействие в этом году, потому что с Новосибирской областью мы работали мало, и я надеюсь, что это будет полезно всем. С вашего позволения я отправлю после круглого стола ссылки на все ресурсы, о которых я говорил, для того, чтобы можно было более внимательно с этим познакомиться, везде зарегистрироваться, и после этого я надеюсь, что мы с вами начнем уже такую более менее
массовую коммуникацию, а более индивидуальную. Я прошу сейчас включить микрофоны и готов услышать ваши вопросы и комментарии. Пожалуйста. У меня вопрос есть, позвольте поинтересоваться. Вот эти методические материалы предполагают урочную, внеурочную работу. Как они будут встраиваться в каждодневную работу учителя? Угу. Везде по-разному. Когда мы их готовили, мы ориентировались прежде всего на внеурочную деятельность, потому что если встраиваться в школьные курсы, в стандарты, да, слишком много получается, ну, как бы, понимаете, в компетенциях русского языка задача формирования межкультурной компетенции в принципе не стоит. Поэтому вот здесь вот догружать чем-то достаточно сложно. Мы ориентировались на внеурочную деятельность. Когда мы попробовали что-то апробировать в прошлом учебном году, учителя встраивали это в урочную деятельность там, где это оказалось уместно. Вот в том числе для этого апробация и нужна, для того, чтобы вы уже увидели, как профессионалы, вы здесь больший профессионал, да, а где это, в каких местах интересно будет в это поиграть, где это можно использовать. Если внеурочная деятельность, как-то привязаны эти проекты, эти материалы к возрасту учащихся. Возрастные категории. Да, да, да. Угу. Да, конечно. Они, ну, то есть все материалы, они, естественно, рассчитаны на определенный контингент, конечно. Вот, но в основном это основная школа. Это такая, знаете, логика, она совершенно такая простая и колхозная. Мы выходим везде так или иначе на творческую деятельность или исследовательскую деятельность. Старшеклассники озабочены ЕГЭ. С ними работать сложно, они загружены. А вот основное звено, там, 7-9 класс, с ними интересно поиграть. Получаются очень творческие интересные результаты, и у них есть вот эта вот возможность для творчества. Вот, поэтому здесь, может быть, это и неправильно с каких-то там позиций психологических, там, да, но это вот, по крайней мере, там, вот, там это можно реализовать. Есть ли возможность соединять материалы разных проектов, ну, допустим, там, диминутивы и да, что-нибудь еще, допустим, там, топонимы или феминитивы, или еще что-то. Конечно, они же все маленькие, они все маленькие, они построены по принципу элективных курсов. Вот. Оно так и пойдет, потому что дети втягиваются, и вот часть, например, исследований, которые делалось Ириной Фуфаевой по феминитивам, диминутивам, там исторический метод исследования. Дети потом включаются на другом содержании, используя уже этот метод. Это очень интересно. Спасибо, понятно. Спасибо большое. Еще вопросы, коллеги? Так, коллеги, если вопросов нет, их можно, если вопросы не хочется озвучивать, их можно написать в чате, мы не будем несколько минут еще отключать трансляцию. Если вопросов нет, спасибо вам большое за то, что сегодня вы пришли. Вот, и мы с вами не очень познакомились, потому что вы узнали обо мне, я не узнал о вас ничего, но это такая, может быть, началом такой долгой истории, в процессе которой мы познакомимся уже более тесно и непосредственно. Спасибо вам большое. Еще один вопрос возник. Скажите, а в какой форме учитель должен будет предоставить вот эту обратную связь? Что это будет? Комментарий к занятиям или там устный какой-то письменный
что это? Отчет? Ну, в идеальном варианте это рекомендации по доработке. Должны. То есть текст? Да. Угу. Ну, естественно, что требований к объему тут нет, тут есть содержательная задача. Да, да, да. Угу. Благодарю вас, понятно. Так, коллеги, если вопросов больше нет, чат я открываю. Ага. Тогда мы с вами прощаемся. Спасибо большое. Я вам пришлю письмо. И на это письмо можно ответить, если вдруг будут какие-то еще вопросы, либо захотите подключить детей, например, вот прямо сейчас к совместному чтению. Да, сценарии у нас прекрасные. Это вам понравится, я уверен. Спасибо большое, коллеги. Вам тоже большое. До свидания.